Теперь немного поговорим о характеристиках реляционных СОБД. Попробуем разобраться в причинах их популярности. Ключевым преимуществом является простота схемы данных, возможность легко создавать и изменять структуру базы данных. С помощью реляционных СОБД можно спроектировать сколь угодно сложную систему, следуя подробной методологии проектирования и не обладая специфическим опытом в данной области. В следующих модулях вы на практике в этом убедитесь. Другим ключевым преимуществом реляционных СОБД является логическая и физическая независимость от данных. То есть реляционные СОБД позволяют работать с данными практически в любой области. Логическая независимость от данных позволяет добавлять и удалять новые сущности и атрибуты без необходимости изменять существующие схемы баз данных или переписывать программы, взаимодействующие с ними. Реляционные СОБД гарантируют целостность и защищенность данных, то есть всегда поддерживается корректность используемых данных. И, как уже было сказано, реляционные СОБД обладают подробной методологией проектирования баз данных. К недостаткам реляционных СОБД относятся низкая скорость доступа к данным. Это обратная сторона универсальности реляционных СОБД. Множество различных компонентов и диспетчеров, выполняя свои проверки и операции, занимают процессорное время, чего не происходит при прямом чтении из памяти или из файла. Несмотря на доминирующую роль реляционных баз данных в сфере хранения информации, существуют все же некоторые предметные области, в которых реляционный подход к проектированию применим, но все же не является лучшим решением. Например, хранение документов с множеством постоянно меняющихся разнообразных полей, или же система таргетирования рекламы, в которой для каждой пользовательской сессии могут быть сотни различных атрибутов. Также к недостаткам реляционных СОБД можно отнести меньшую гибкость при добавлении своих типов и операций. Иными словами, реляционные СОБД хорошо подходят для быстрой разработки практически любой системы, однако есть риск, что не все работает из коробки так, как вам необходимо. И доработка может занять несколько больше сил, чем использование других СОБД.